Студия 89.9. Концертный зал. Ведущие Александра Хайрулина и Роман Шахов. Здравствуйте, друзья! Вы слушаете и смотрите телерадиоканал «Страна ФМ». Четверг, 6 вечера. В эфирной студии лучезарная Александра Хайрулина. Роман Шахов. Здравствуйте, друзья! Мы вас приветствуем и с радостью сообщаем. Сегодняшний концертный зал имени Настасьи. Мне нравится, как это звучит. Здравствуйте! Привет! Мы с тобой последний раз виделись, надо сказать, на дне рождения города Москвы и празднование дня рождения телерадиоканала «Страна ФМ». Да. Это было в начале сентября. Ничего не изменилось. Так и хочу тебя поблагодарить за участие в этом красивом концерте, за очень яркое исполнение. Спасибо, я всегда рада. Спасибо огромное. Я вас тоже благодарю. Скажи, пожалуйста, вот у тебя есть... роскошный головной убор. Да. Мы его видели также на выступлении. Ты выступила тогда прекрасно. Уверена, что и сегодня будет выступление. Я хочу просто вот поинтересоваться. Да, вот что-то там может быть такое. Даже не знаю. Нет, пока нет. Я пока проверяю этот головной убор. Вот работает или нет. Посмотрим. Ну, единственное, мне кажется, он прекрасен и тебе идет. В нем есть небольшая такая особенность. Особо не потрясешь головой и в активный танец не впадешь. Но я здесь вроде не собираюсь пока. Но если вдруг что-то, долой, шапки в пол. Мы хотим, чтобы ты представила музыканта. Александр Махнёв. Саша, добрый вечер. Саша, привет. Александр будет у нас на клавишах сегодня. Саша, немножко так. Музыкальное сопровождение, аккомпанемент для Анастасии. Да, не все нас смотрят, кто-то слушает в радиоэфире. Спасибо. Мы хотим тебя также, конечно, поблагодарить и поздравить с премьерой песни «Чудо», которая у нас недавнего времени уже тоже в эфире звучит. Мы ее сегодня услышим, кстати. Да, обязательно, конечно. Когда у нас в плейлисте она запланирована? Она у нас последняя. А начнем мы с чего? А начнем с самолетов. Ну, давай начнем тогда. Давайте, с удовольствием. Когда он просто смотрит вверх, а по небу да, облака словно рисуют нам знаки, и в руке застывшая рука. Я не хочу туда. Аэропортами разбросанные города, холода и дело времени, скомканные фразы на вопрос «когда?», голос потерянный. Даже если ты вернешься скоро, это слишком долго, нужно по-другому, да. Самолетами вверх, разбивая сердце, миллионы дорог расходятся. Забывая себя, я отпускаю тебя, и проще не знать, как все сложится. И незачем ждать, и все впереди, и на расстоянии про любовь мы привычные верить в глупости. Мы забегаем на минуту переждать дожди, а потом мы снова по полюсам. Буду ждать, я прилечу, ты только жди. Но даже не верится в руках билеты, что за пропасть в этом времени. Хоть на миг нам что-нибудь изменить. Двое нас в безумном измерении, дорога стелется. Но даже если ты вернешься скоро, это слишком долго, нужно по-другому. Самолетами вверх, разбивая сердце, миллионы дорог расходятся. Забывая себя, отпускаю тебя, и проще не знать, как все сложится. Незачем ждать, и все впереди, и на расстоянии про любовь мы привычные верить в глупости. Самолетами вверх, разбивая сердца, миллионы дорог расходятся. Забывая себя, я отпускаю тебя, и проще не знать. Ой. Самолетами вверх, разбивая сердца, миллионы дорог расходятся.
Браво! Понятно. Прекрасно. Настенька, браво. Маэстро, браво. Это феноменально. Александр. Маэстро в кураже, действительно. Я теперь даже, кто кого нашел, Настасья? Ты нашла Александра или он тебя? Мне кажется, время пришло. Время пришло, да. Ну, это потрясающе. Ну, чувствуется какое-то прям хорошее образование, да, Саш? Настя, тебе придется рассказать. Самое лучшее образование. Саш, расскажи про образование, я передам. Консерватория. Консерватория была, да. А потом еще был колоссальный опыт вообще работы в индустрии. Спасибо. У вас роскошный дуэт. Спасибо огромное. Настя, песня эта хитовая, мы эту песню знаем, любим, она украшает эфир страны FM. Скажи, пожалуйста, любишь ли ты самолеты-то? Очень люблю самолеты, аэропорты люблю. Вот. Поезда не очень люблю, я нетерпеливая для поездов. Для меня высидеть больше 2-3 часов – это прям наказание. А если полет долгий? Ну, полет долгий означает, что ты летишь далеко, прям сильно далеко, а это значит, что можно и потерпеть. Ничего страшного. Пишется в самолете, как у тебя? Пишется. Да, вот «Здравствуй», например, был текст написан в самолете. 2 месяца до этого я искала текст, не могла найти. А в самолете летела со съемок клипа «Зима-зима», и у меня прям вот прилетел ко мне текст. Одна стюардесса на меня ругалась, что я с компьютером сижу, а другая говорила: «Сиди». Мне кажется, она чувствовала, что надо, да, не беспокоиться. Интересные слова сказала ты. Я искала песню 2 месяца. Это называется поиск, это называется... Ну да, да. Я верю в то, что песни, они приходят, но их надо искать, иначе они не придут. Надо щупывать. Мне кажется, смотри, на самолете почему? Там же выше к небу. Да, и там быстрее дойдет. Да, да, да. Облака не закроют. Это да, да, наверное. Не знаю. Но вообще в самолетах особое состояние духа, мне кажется. Для творческих людей так точно. Для тех, кто не боится летать. Ну, теперь, может быть, ты сделала выводы, что если не можешь найти песню, нужно просто купить самолет, не имея значения куда, отправиться и найти. Ой, никогда не знаешь, где она к тебе прилетит. Хорошо, что в самолете пролетает, но есть еще всякие другие места, поэтому я стараюсь не заморачиваться. А какие-нибудь самые необычные места такие можешь рассказать? Иногда в шумных поездах, когда куча народу вокруг, я как-то вот лучше сосредотачиваюсь, не знаю почему. Бывает, что за рулем едешь, и прям вот все, вот надо записать, я либо на диктофон, либо куда-нибудь стараюсь в телефон забить текст, например. Настя, а как это началось? Первая песня, как у тебя все это было? Первую песню я написала лет в 14. Это, она была, естественно, про любовь, естественно, про такую серьезную, неразделенную. Ну, то есть, как бы, мы же все в 14 проживаем ту самую настоящую любовь, потом это уже протухает все. Это уже была, еще была школа? Да, естественно, школа. А школа интересная при Русском музее? Да. Лицей? Да. Это удивительно. Да, но это школа такая об искусстве в основном, именно таком, о художественном изобразительном, естественно. То, что в Русском музее, то нам и преподавали. Туда детей зачем отдают, расскажи. Вот, что хотят потом на выходе из школы видеть в этих выпускниках? Искусствоведов, каких? Может быть. Я не знаю, я прошла странные школы. У меня есть вот Русский музей, у меня есть образование, я маркетолог по первому образованию, управление продажами. И вот только 3-е мое образование в этом году закончила режиссура театра и эстрады в ГИТИСе. Вот уже поближе к делу, но все равно никакого отношения, собственно, к музыке-то вроде как и не имеет. Но а вот... это значит, что скоро будет еще одно образование получено? Нет, я пока решила закончить с этим. Я вот, честно, устала. Я образовываюсь... Учиться. Да. Учиться официально. То есть я учусь постоянно и так, но вот именно официально с сессиями это прям наказание какое-то. Ну, а те годы, проведенные в лицее при Русском музее, они, конечно, повлияли на тебя, да? Ну, я не скажу, что они творчески на меня как-то повлияют. Хотя, наверное, в этом возрасте, когда тебе показывают такое море искусства большого, конечно, ты так или иначе все равно к нему, конечно, приобщаешься, даже если ты его не любишь, вот, все равно. А дальше уже там и вот большая школа моя, это была поездка в Америку, я 10 месяцев жила в Америке, потом я училась вот на маркетолога, там тоже большая школа. Вообще, можно учиться везде и всегда, где бы ты ни был и с кем бы ты ни был, просто главное желать найти новые знания. А зачем тебе нужна была профессия маркетолога, если ты уже писала песни к тому моменту? Если вы, допустим, родители, я не знаю, да или нет, а ваш ребенок говорит: хочу быть артистом, вы его как вообще воспримете, эту идею? Прекрасно, но немножко настороженно. Ну вот и мой папа тоже сказал: ты все, конечно, хорошо, но пойди-ка ты получи профессию. И я, в общем, пошла. На самом деле, сейчас мой папа самый мой большой вообще фанат и поддержка в этом. Скажи, пожалуйста, а вообще родители, они имеют отношение к музыке? Как? Профессионально нет, душевно. Папа очень музыкальный человек. Он на гитаре играет с детства. Вот у нас собирались дома компании, когда папа в центре, и все вот это бардовские песни, душевная компания. Митяев, Третьяков.
Обязательно Розенбаум, да. Ну, да. А как? Петербург, конечно, как без Александра Яковлевича. Да. Ну, мы не будем, наверное, просить сейчас Анастасию вспомнить, что ты... Да, лучше попросим из ее репертуара, да, потому что все-таки концертный зал имени Анастасии сегодня. Безусловно. Класс, да. Ну, вот следующая песня, она как раз написана в Питере и очень про Питер. То есть у меня как-то... Картинки у меня про нее, это Питер, безусловно, и лето в Питере. Называется, мы там вещаем, да. Называется «Человеку нужен человек». Там будет понятно, где подпевать. Можете вместе со мной, хотя бы так, чуть-чуть. Когда расходятся мосты, светят фонари, мы переходим вдруг на ты, бродим до зари. Давай еще чуть-чуть, хотя бы полчаса. Ведь вместе проще верить в чудеса. От незнакомых до родных пора тем. Город смотрит свои сны, а нам зачем? О самом главном мы про мелочи за полчаса. Вместе проще верить в чудеса. Быть одному привычно. Кофе, книги, кино. О-о-о-о. И кажется, что все отлично. Все равно, о-о-о, не обманешь сердце уже который век. Чтобы согреться, человеку нужен человек. Светлеет рано, когда рядом так тепло. Наступит завтра, а что дальше, все равно. Прошли полгорода пешком, но ты же видишь сам. Вместе проще верить в чудеса. От незнакомых до родных нам пора тем. Город смотрит свои сны, а нам зачем? Вот задержать бы это утро хоть на полчаса. Вместе проще верить в чудеса. Быть одному привычно. Кофе, книги, кино. О-о-о-о. И кажется, что все отлично. И все равно, о-о-о-о, не обманешь сердце уже который век. Чтобы согреться, да, человеку нужен человек. Чтобы согреться, человеку нужен человек. Да, чтобы согреться, человеку нужен человек. Студия 89.9. Концертный зал. Дорогие друзья, в то время, когда в наши дома еще не дают центральное отопление, на улицах прохладно, у нас сегодня здесь солнышко светит, потому что на стороне FM Настасья в концертном зале. Добрый вечер. Настя пишет сама и слова, и музыку. Да. Да, абсолютно. Единственное, что аранжировки пока не делает. Нет, не, ну я сижу рядом с теми, кто делает, и киваю, или вот так вот делаю. Руководит. Нравится, не нравится, да, только по этому принципу. У меня есть некоторые знакомые, знаешь, которые побывали на твоих концертах, еще будучи, ну, не хорошо знакомы там с творчеством, да, безусловно, знаю там хит с самолетами, кто-то знает еще пару песен. И все едины абсолютно во мнении, что ты уникальный и удивительный тем, что даже если не знаешь песни, слушаешь их впервые, ты понимаешь, что они тебе очень нравятся. И тебе интересно слушать и смотреть. Это очень все приятно. Говорят, да, твой какой-то очень необыкновенный такой теплый энергетики и талант. А ты уже общаешься на концертах с людьми, что-то рассказываешь им, позволяешь себе такое или пока только вот песню? Я вообще поняла, что я болтун. Вообще, то есть на концертах, если я не разговариваю, я не понимаю, что делать. Ну, то есть я прям выхожу, первым делом спрашиваю, как дела, потому что мне нужно понять, а как дела-то? Ну, то есть я же вышла, мы не знакомы, нам нужно какой-то контакт наладить. Соответственно, пока я не поболтаю, я даже петь не начну, потому что я не понимаю, как бы, кому пою. Что рассказывают, что говорят? Нормально. По-разному. Даже если просто аплодируют, я уже понимаю, что контакт есть, что можно дальше рассказывать. Вот. Ну, бывали, а тогда ты понимаешь, что пора петь. Ну, пою. Нет, как ты понимаешь? Да. Ну, это, мне кажется, это такая вот магия, которая происходит, собственно, на площадке. Тут ты просто понимаешь, и все, либо на что затягивать нельзя с разговорами. Ну, естественно, уже. Да. Все равно есть определенный темпоритм того, что происходит на сцене, ты его чувствуешь, если стоишь на сцене обычно. Сколько лет, получается, ты уже на сцене? Потому что у тебя были разные проекты. Да. До Наста, до этого еще какая-то группа. Да, то да, есть, да, в общем-то, да. На сцене ты со скольки лет? Я с 18 лет на большой сцене. Ну, правда, никто не знает, сколько тебе сейчас, поэтому сложно это посчитать. Это не важно. С 18.
Слушайте, было несколько проектов. Вот ты сейчас уже Настасья, не группа, да, это же такое сольная история, абсолютно певица Настасья. Ты уже смотришь, что появляются какие-то постоянные поклонники у тебя. Да, есть уже, есть настоящие поклонники. На прошлом концерте это тоже я видела. Очень трогательно. Есть ли официальный фан-клуб у тебя? Расскажи об этом. Такого прям большого пока нету, но я вижу, где он формируется, похоже. Где, расскажи. Ну, есть люди, которые дают мне понять, что они готовы за это взяться. И я просто пока скромничаю, стесняюсь. Мне кажется, что я еще только расту, и, может быть, еще пока друзья, не понимаю, если, что с этим делать. Друзья, если вы считаете, что пора заканчивать скромничать, напишите ВКонтакте «Страны FM». У нас есть публикация, которая посвящена визиту Настасьи на «Страну FM». Конечно, мы и дадим почитать, что вы готовы. Пишите. Спасибо большое, это очень приятно. Скажи, пожалуйста, ты удивительно солнечный человек, песни у тебя очень красивые, тоже солнечные. Какую музыку ты сама слушала, на чем росла? Ну, в общем, первая музыка — это та, которую, естественно, слушаю дома. Дома у меня задавал темп и настроение папа, да. Он слушал рок, он слушал, ну, то есть там Scorpions, Queen, вот это вся наша. Все очень солнечное и позитивное. Такое, да. Но дальше была авторская музыка, естественно, то есть мелодика вся, наверное, оттуда. Потом у меня была музыкальная школа, я пела в хоре 6 лет. И, что? В общем, какие там песни? А там классика в основном. Ну, что-то народное было, естественно. Может, что-то народное так выдать прям? Я лучше что-нибудь свое спою в стиле народном. У меня есть пара песен, если что. Ну, если хотите, я не знаю даже. Интересно. Ну, хотим, конечно, если... Ну, а что Александр нам скажет? Да, Александр всегда за народное, да. За движуху, Александр. Ну-ка. Ну, давай. Заманил меня по высоким берегам гулять, ой да. Задержал до ночи и давай вдруг намекать он мне. Как же, конечно, да я не такая. Убегу и скроюсь, ой да я вас знаю. Соколом ясным, финистым, светлым. Ой, наговорит, да наобещай. Да сколько можно верить в это? Знаю, эти птицы ночные до рассвета летают. Что за речи там, мутная вода в реке сказки? Я бы верила, если б не знала эти ваши маски. Ой, как же, ну, конечно, да я не такая. Убегу и скроюсь, ой, да я вас знаю. Соколом ясным, финистым, светлым. Ой, наговорит, да наобещает. Да сколько можно верить в это? Знаю, эти птицы ночные до рассвета летают. Соколом ясным, финистым, светлым. Ой, наговорит, да наобещает. Да сколько можно верить в это? Знаю, эти птицы ночные до рассвета летают. Сказки. Чудо просто. Действительно сказочно. Спасибо огромное. Но это такая фантазия на тему больше, но такая зарисовка. Судя по тому, что перед тем, как ты стала петь нам эту песню, ты посоветовалась с Александром, какую из народных, то есть у тебя есть несколько? Ну да, у меня есть разные песни, есть романсы, есть вот такая эстрада. А будет ли какая-нибудь пластиночка, может быть, вот романсов? Обязательно отдельно? Романсов не знаю. Но вообще народные, пластиночку Настасьи я планирую на следующий год. Весной я очень хочу. Но все, что касается такого вот не массового, оно пока во мне живет и произрастает и звучит обычно для каких-то узких аудиторий, тех, кто знает об этом. Вот. Но я пока это не афиширую. Просто рано или поздно, наверное, это куда-то во что-то. Ну, обязательно, да, в какой-то проект отдельно, в концерт какой-то отдельно. Да, в какую-то программу. Романцев отправятся к Настасье на Международный дом музыки на концерт романцев. Почему бы и нет? Если отнестись к этому с юмором, с определенным и как бы с любовью. Почему с юмором?
такого юмора? Вообще, эта музыка вызывает некое такое снобское немножко отношение у большинства людей, как будто бы это такое что-то, ну, что-то старомодное, может быть. А мне кажется, в этом столько характера, в этом это столько стильное, русской души. Конечно. И я как-то вот чувствую это в себе, и мне не хочется это прятать. Не прячь, пожалуйста, это очень здорово. Скажи, а в Питере и в Москве отличаются у тебя вот люди на концертах, говорят, вот это вот наша любимая песня, а тут в Москве говорят, другая. Я пока боюсь делать громкие выводы, потому что не так много концертов было. И я очень хочу побольше, чтобы уже я смогла вам ответить на этот вопрос более подробно. Но пока я не делю публику на города. Мне, как бы, поскольку я с людьми разговариваю, смотрю им в глаза, я обычно после концерта выхожу еще в зал, еще общаюсь с людьми, мне прям важно это понимать. Вообще, ну, что мы уже происходит. Знаем, ты же призналась, я болтун. Да. Да, вот. То поэтому для меня все это единое. Хорошо, мы будем наблюдать за твоей статистикой, а ты пообещай, что нам потом расскажешь. Хорошо, обязательно. Договорились? Да. Что касается клипов, здесь что у тебя? Ну, какие? Сейчас мы планируем. Я боюсь говорить заранее, но без клипов не останетесь. Спасибо, это тоже нам важно, потому что мы телерадиоканал. Конечно, конечно. Ты принимаешь решение, какую песню записывать дальше? У меня есть команда, которой я очень доверяю, с которой мы советуемся, которые там мы друг другу что-то предлагаем, и вот в таком вот дискурсе. Но все-таки твое мнение учитывается тоже. Ну, вообще, я лицо, принимающее решение, если говорить бизнес-языком, то это я, да. А как ты делаешь ставку на ту или иную песню? Или опираешься на собственное чутье? На чутье, наверное, больше. На собственное и на командное, естественно. Потому что есть вещи, которые там для меня кажутся суперхитом. Я там прям вот смотрите, девчонки говорят мне, ну нет, подожди. Что еще девчонки сказали по поводу песни с самолетами? С самолетами была единогласна. Причем я ее написала вместе с той, которую мы будем следующую петь. В один день у меня две песни родилось, совершенно разных. И я ее написала, показала сначала другу, который сказал, что слушай, ну она не твоя вообще. Это не твое. Ну давай кому-нибудь продай ее, я не знаю. Что это? Ну она хорошая, но не твоя вообще. Потому что он знал меня как раз романсовую, если он знал обо мне. Вот. И я показала девочкам, мне говорят, ты свихнулась вообще, ты в своем уме, как бы мы ее делаем срочно. И вот так вот как-то все получилось. И пока твои фанаты благодарят девочек, мы сделаем небольшую паузу, после которой непременно вернемся к программе. Студия 89.9. Концертный зал. Друзья, сегодня в концертном зале Настасья. Мы слушаем интересные песни, абсолютно разные, очень красивые, очень светлые. И сочинение Настасьи надо. Безусловно, автор-исполнитель. Спасибо большое за акцент. Это очень приятно и важно. Мне кажется, что ты как человек, который, ну, известно, много читал, да, знаешь, все картины, знаешь, музыкальные произведения, и сама пишешь, имеешь такую особую связь с космосом. Скажи, наверное, редко тебя можно удивить хорошим текстом вот в современном мире? Я имею в виду песен, конечно. Редко. Редко. Честно, редко. Я настолько люблю вообще тексты, и настолько я зачаровываюсь от хороших книг и от хороших стихов, что я стала дико придирчивой. И, конечно, да, в основном это больше... Ну, я прям обижаюсь, когда я слышу какую-нибудь чушь. Мне прям жалко даже, что вот, ну зачем вы так? Это же большой наш язык замечательный, великолепный. Филолог в тебе. Если это уже хит, и он уже поется, ну, я могу только уважать, как сказать, то, что сделано, потому что это уже сделано, и это имеет успех. Но тут как бы лапки вверх, потому что уже получилось. Ну и тогда ты, наверное, себе говоришь, а чего я сижу и ищу эту песню, лечу на самолете, думаю, ловлю, сяду, я так уж-то могу. Я думаю, что ты такие тексты можешь вообще просто даже... Без поисков особых. А вот не всегда. Нет? Не сказала бы я. Наоборот, я иногда восхищаюсь вообще емкостью и краткостью, которая доступна людям, которые пишут такие песни. Следующая песня быстро ли появилась у тебя? А вот я про нее сказала, то, что она у меня появилась в один день с самолетами. Я не знаю, как так вышло. Это был какой-то замечательный день. И я благодарна ему, потому что не часто такое бывает. Называется «Вальс». Слушаем, смотрим. Безответные письма летят, декабри, понедельники, дождь. Но всегда от меня до тебя цветы, листы, полночь. Говорят, что вращает легко города и людей, и земля. Но всегда так недалеко от тебя
до меня, от меня до тебя, от меня до тебя. Да, снова да, говорю и смотрю, как сгорают мосты. Все вдруг возможно. Да, снова да, это ты. Через все времена это ты. Мы знакомились в прошлом. Мы молчим, но вокруг слова сквозь тысячи долгих лет. Я, наверное, так же ждала, а ты шел ко мне. Бесконечно пусть будет кружить и сводить нас с тобой земля. Ну а мы просто будем жить от тебя до меня, от меня до тебя. Да, снова да, говорю и смотрю, как сгорают мосты. Все вдруг возможно. Да, снова да, это ты. Через все времена это ты. Мы знакомились в прошлом. Смотрю, как сгорают мосты, все вдруг возможно. Да, снова да, это ты. Через все времена это ты. Мы знакомились в прошлом. Браво. В нашей несуществующей, к сожалению, рубрике «Музыкальная шкатулка» вот это вот произведение, которое войдет в сокровищницу. Да. Оно волшебное, совершенно. Спасибо огромное. Настя, ну, ты, наверное, слышишь, что твое творчество отличается от того, что, скажем так, очень-очень сегодня модно, популярно. Да, безусловно. Мне об этом все время намекают. Говорят. Ну да, это факт. Но при этом, ты знаешь, есть артисты, которые, они уже известны, они имеют уже любовь народную, и даже по несколько лет. И вдруг они задумались, что нужно им быстренько переобуться, что называется. Вот сейчас нужно быстрее тогда вот это вот делать, хаос, дип, там вот это вот в клубную, срочно менять. При этом, конечно, они побаиваются потерять аудиторию, которая у них уже есть. Ну да, после макарон, после мяса, почему-то грибы начинаются. Хочется и туда, вот тем, как помладше, которые увлечены этой музыкой. Вот тебе комфортно в твоем положении? Тебя не тянет туда? Не пытаться тебе говорить, Настя, давай вот это же. Ну, так получилось, что до проекта Настасья у меня были разные другие проекты, они были продюсерские в основном, когда был человек, который четко понимал, что мы делаем, а что мы не делаем. И я так в это наигралась, если честно, при условии, что я пишу, мне очень трудно загнать себя в рамки, и все время мне говорили, нет, ну ты реши, какая ты, хотя бы реши, какая ты. Я говорю, разная, я не могу, конечно. Потому что я могу и романс, а я и могу и самолетами, понимаете? И вот как бы мне это все по-честному, это все мое. Поэтому вот до тех пор, пока я могу это совмещать и быть при этом собой, я счастливый человек. Многогранный счастливый человек. Да. Расскажи, пожалуйста, мы уже затронули тему стихотворений, да, стихов к песням. Ну, видимо, ты человек читающий. И да, человек обожающий слово. Старающийся читать. Например, скажи три книги, которые тебе, вот, может быть, в течение всей жизни ты перечитываешь их, и которые понимаешь, что они навсегда будут с тобой. Ну, я не скажу перечитываю прям, потому что я не очень люблю перечитывать. Мне хочется еще больше чего-нибудь почитать. Ну, допустим, «Герой нашего времени» Лермонтова, Питер Хёг, книга «Тишина». Это моя самая любимая книга на данный момент. «13-я сказка». Сетфилд, еще были «Тень ветра». Ну, там очень много, я не знаю. И стихотворные произведения, которые вот рекомендуешь, может быть, тем людям, которые любят слово или хотят также писать красивые песни. Детские стихи Веры Полосковой.
Ой, какая прелесть. Вообще, это не Александр Сергеевич, да? Это... А, ну, Александр Сергеевич никто не отменял. Мы его все проходили, и те, кто имеет, ну, как бы те, кто к нему откликается, у кого Александр Сергеевич, те за него уже давно зацепились. А вот детские стихи Веры Полосковой для меня это было открытие, потому что это настолько чутко, и настолько точно, и настолько по-взрослому при этом, и настолько с любовью к своему ребенку, что, мне кажется, любой взрослый должен это прочитать. А ты еще не пишешь детские стихи? Детские пока нет, но у меня есть некоторые стихотворения, которые более сказочные, чем драма, 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 любовь, любовь. Это именно стихотворение, а не песни? Да, есть стихи. Я пишу стихи, у меня их достаточно много. Ты сразу понимаешь, что ты пишешь сейчас, и это не песня, это стихотворение. Да, конечно, да. Почему? Почему? Не думаю, что сейчас появится и музыка следом. Ну вот до тех пор, пока я не понимала разницы, я не могла писать песен, которые могли бы запоминаться людям. У меня были очень такие песни с потоком сознания. Вот я прям все, что хотела сказать, все это вываливала. А песня — это все-таки более краткая форма, где нужно оперировать образами, где есть техника определенная, которую нужно, ну, понимать. И как только я это начала понимать, у меня стало получаться лучше писать песни. Вот какая наука. У меня вопрос географический. Mm-hmm. Настя, давайте споем, а потом мы тогда вопрос географический. Давайте. Ты пока думай, что давайте. Это за вопрос. Давайте. Следующая песня называется «Кино». Ее вообще никто, по-моему, не слышал еще. Премьера! Ура! Ура! Незачем ждать, когда вернется свет. Идет последний час, и этот час для нас, как пара сигарет. Незачем так, смотри, как мы смогли. Давай в последний раз увидим прежних нас в 100 метрах от земли. Ты, я, почти история. Друзья, что-то новое смотреть, как на чужого, и кто ты мне после своих признаний так бегут, когда внутри зима так ждут ненужной истины. Так мы уже не близкие, тема исчерпана, книга дописана. Горит закат, белые корабли. Прощальный взгляд на горизонты. Кто виноват в том, что мы не смогли собрать наград в этом сезоне? Незачем ждать, в сюжете нет тепла. Привычка тянет нас с тобой в последний раз забыться до утра. Незачем так, давай оставим свет. И закрывая двери, наконец поверим, нас больше нет. Нет, 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 ты и я уже история, друзья. Что-то новое смотреть, как на чужого, и кто ты мне после своих признаний так бегут, когда внутри зима так ждут ненужной истины. Так мы уже не близкие, тема исчерпана, книга дописана. Горит закат, белые корабли, прощальный взгляд на горизонты. Кто виноват в том, что мы не смогли собрать наград в этом сезоне? В этом сезоне концертного зала у нас большой праздник сегодня. Настасья в гостях у страны FM. Да, спасибо. Я понимаю, что вот настолько идеально, что даже ничего не нужно больше. Есть Настасья, Александр, блистательно владеющий инструментом музыкальным. И такая гармония. Да, да. Спасибо большое. А обычно твои концерты, они в каком составе проходят? У меня есть много разных вариантов, опять же. Я не ограничиваюсь.
Подсчет есть. Есть, вот мы с Сашей можем взять и устроить концерт. Это мы уже поняли, да. Можем собрать команду себе полносоставную и вместе с ней вдарить с барабанами, с гитарами, с контрабасом, вот с такими делами. А могу под флешечку. Ну, то есть, как бы более клубный вариант, когда больше бита, больше качает, и немножечко другой состав песен, но более такой молодежный вариант. Многоликая. Да. И впереди, я думаю, конечно, еще даже и классические инструменты возможны. Ну вот классическая, это моя большая мечта, конечно. Оркестр, скрипичных много. Вот это все, что блетело и неслось. Особенно вот в такой песне, как «Кино», например. В моей голове звучит «Адель», «Скайфолл», «Агент 007». Вот это все. Да, естественно, хочется... саундтреком какого-то, да, фильма. Да, хочется размаха. Но это, наверное, вот надо чуть-чуть еще пойти к нему и пройти какой-то путь. Ну, мы тебе желаем, чтобы это как можно скорее. Да. Чтобы это покороче будет, быстрее. И мой географический вопрос. Ты почти год была в Америке. Да. Расскажи, как тебе, творческому человеку, питерскому человеку, для которого, возможно, вот Санкт-Петербург, Россия являются питающей средой для творчества. Как тебе там работалось? Как вообще там жилось? Ну, начнем с того, что мне было там 16 лет. Я еще только начинала писать. Да, я только начинала еще. И, ну, были моменты, когда мне, ну, думалось, что мне надо порепетировать свои песни. Я на тот момент еще вообще ничего не понимала, как нужно петь, что нужно петь. Но песни были. И я еще сейчас вспомнила, как как бы семья, которая меня приютила, у меня было их 5 за этот год, одна из них, возвращались домой, а я пела там, репетировала, и они зашли с такими вот глазами, потому что я орала на весь дом, у меня там такая песня была активная. Вот, так что я не опускала лапки, я там репетировала. Они тебя выгнали после этого? Нет, они, ну, как бы поняли, они, ну, попытались, по крайней мере. Но вообще я в Америке участвовала в разных постановках, там в школах, очень классные спектакли. И, ну, еще там меня впихивали в разные спектакли, ну, тоже еще в городе. Что-то тебя обогатило, да, в Америке? Вот, для слушайте, творчества? Ну, я до сих пор говорю свободно на английском, совершенно легко, в любой момент своей жизни, в любой стране. Я вообще, это мой язык любименький, ну, то есть после русского, естественно. Я очень люблю по-английски говорить, и когда слушаю иностранцев, мне так хочется подойти что-нибудь поспрашивать, немножечко его попрактиковать. Ты смогла бы жить? Нет. Почему? Нет, меня там зазывали и хотели меня там оставить учиться в вузе там, потому что я только после школы туда уехала. Да вы что, я ревела как сумасшедшая, мне так домой надо было. Причем мне надо было и к родителям, потому что я была маленькая еще, и как бы я была очень домашняя, я была очень такая мамина. Приехала, конечно, вообще не мамина, мама ничего не поняла вообще, что к ней приехала обратно. Это его ребенок, видите? Мама не понимала, все-таки дочка сразу по-английски. На английском. Ребенок повзрослел, вот. И, но я очень люблю Россию. Я же Настасья, в конце концов. Я не Настасья, просто так Настасья. Да. Да. Ну, Настасья, владея английским языком, возможно, что-нибудь когда-нибудь и по-английски выдаст. Да, да, есть такое? Почему нет? Очень классно на английском петь. Это очень вокальный язык. Где-то даже, по-моему, цитата твоя в интернете есть, как ты очень красиво говоришь про русский язык, про русскую душу, что именно тебе это хочется нести в своем творчестве, в своих песнях. Хотелось бы. Это прекрасно. Давай еще немножко донесем до наших зрителей и слушателей. Ага. Следующий трек. Да, следующий трек тоже... Ой, премьера. Где-то далеко ты уже идешь дальше, и тебе легко. Где-то невдалеке бродит память тренированная думать о тебе. Бессонница и мне не успокоиться. Бесконечные картинки, время лечит, помнится. Как так тянется? Отпускаю, забываю, но словно не считается. Застыло время внутри, стерты все файлы, но попробуй тебя сотри. Без слов, без имени, ты живешь во мне просто ощущениями. Ты живешь во мне, ты во мне вне времени. Стоп-кадр, ты и я, неразлучны, постоянны небо и земля. С утра и до утра я осталась в этом прошлом, мое вечное вчера. Бессонница и мне не успокоиться. Бесконечные картинки, время лечит, помнится. А как так тянется? Отпускаю, забываю, но словно не считается. Застыло время внутри,
стерты все файлы, но попробуй тебя сотри. Без слов, без имени, а ты живешь во мне просто ощущениями. Застыло время внутри, стерты все файлы, но попробуй тебя сотри. Без слов, без имени, да ты живешь во мне просто ощущениями. Да, ты живешь во мне, ты во мне вне времени. Ты живешь во мне, ты во мне вне времени. Да, Саш, ты живешь во мне, ты во мне вне времени. Браво! Роскошно! И Александр даже немножко засмущался, как мне показалось. Настасья в концертном зале телерадиоканала «Страна-ФМ». Настя, у тебя большой концерт в Санкт-Петербурге. 28 ноября. Уже известна дата? Это вообще такой большой секрет пока еще. А как же поклонники? Да. Как же фэн-клуб? Мы это сотрем. Пока боюсь еще. Мы пока все собираем воедино. Еще пока вот боюсь говорить громкое «да», потому что еще пока не точно. Но на самом деле... Надо запускать, чтобы уже в Питере тоже информация ходила, чтобы все ждали. Поверьте мне, как я запускаю последние пару месяцев. Уж специалист по запускам. Практикую. Нет, правда, на самом деле, как только вот я точно буду стопроцентно, я обязательно во всех соцсетях, везде-везде буду греметь, потому что никто... Кто так не хочет этого концерта, как я? Именно в Санкт-Петербурге, да? Естественно, да. Нет, я хочу везде. Я надеюсь, что мы рядышком там где-то и московский концерт еще при этом. Обязательно, придется, конечно. Очень хочется. Настя, скажи, пожалуйста, поделись опытом. Ну, представим, что сейчас нас смотрит, слушает такая же девушка 18 лет. И вот она думает, я тоже пишу. Вот как мне быть? Может быть, самой, как Настасье, или все-таки продюсеру пойти? Как? Вот с чего начать? Тем, кому 18-20? Ты не про себя точно? Да. Ну, я не совсем девушка, да, не совсем понятно, 18. Да? Нет, не про себя. Это личное решение каждого. Это дорога, которую нужно выбрать самостоятельно. И как бы оба пути хороши. Просто есть путь, в котором за тебя принимают решения и берут за тебя ответственность. Ну, то есть, как бы ответственность не на тебе. В основном. Твоя ответственность, она узкая. Ты должен, там, не знаю, хорошо петь, нормально выглядеть. Отлично выглядеть, давайте так. Uh-huh. Быть всегда вовремя, грубо говоря. Ну, то есть вот все дисциплинарные моменты, но при этом ты не решаешь, как, когда, где, почему, ничего. А есть момент, когда ты берешь все на себя, и ты отвечаешь за все, но при этом, когда тебе рукоплещут, рукоплещут тебе. И это как бы, ну, я по легкому пути не пошла, я очень хочу сама понимать, что я говорю и почему я это говорю. Тем более, мне тут накопилось, что сказать. Мы желаем тебе высказать все. Спасибо. Я думаю, что мы все-таки должны спеть песню. Да, давайте так, чтобы мы успели показать нашим зрителям и слушателям всю программу. Да. Чудо? Да или нет? Сколько у нас еще есть возможностей? Не о чем. Еще пару песен мы успеем. А, не о чем. А, успеем, все, супер, давайте, конечно. Два часа тянули время, смотреть в глаза когда-то самые-самые без конца. Пустые темы, что ты и как ты, бывшие странные и на двоих. Одни вопросы, но все внутри, а вслух какая-то чушь, признаем честно, все слишком просто. Мы закончились вдруг, похоже, незачем нам больше видеться. Не происходит ничего, когда мы вдвоем, как будто старая кассета с видео. Не о чем, не о чем нам, мы ни о чем. Похоже, прошлое осталось в прошлом, сгорело прожито дотла, что же мы ждем? Помнится и все хорошее, но не о чем нам, мы ни о чем. Без тебя почти привычно, и все молчит, уже спокойно внутри. Я как дела? Да все отлично. Помню я, помню все, но не хочу говорить на двоих. Одни вопросы, но все внутри, а вслух какая-то чушь, признаем честно,
все слишком просто. Мы закончились вдруг. Похоже, незачем нам больше видеться. Не происходит ничего, когда мы вдвоем. Старая кассета с видео. Нечем, нечем нам, мы ни о чем. Похоже, прошлое осталось в прошлом. Сгорело, прожито дотла. Ну что же мы ждем? Конечно, помнится и все хорошее, но нечем, нечем нам, мы ни о чем. Похоже, не зачем нам больше видеться. Не происходит ничего, когда мы вдвоем. Как будто старая кассета с видео. Да нечем нам, ну нечем, мы ни о чем. Похоже, прошлое осталось в прошлом. Сгорело, прожито дотла. Ну что же мы ждем? Конечно, помнится и все хорошее, но нечем, нечем нам, мы ни о чем. Да, нечем, нечем нам, мы ни о чем. Нечем, нечем, мы ни о чем. Студия 89,9. Концертный зал. Ведущие Александра Хайрулина и Роман Шахов. Дорогие друзья, еще несколько минут. Мне казалось, что у нас программа «Концертный зал» имени Настасьи. Но сейчас я понимаю, что у нас все-таки театр песни Настасьи. За что и отдельное громадное наше вот зрительское спасибо. Ой, вам спасибо. Браво, огромное. Не устаем восхищаться тобой, Настасьей, конечно, Александром. И вот вашим этим чудеснейшим, вообще фантастическим дуэтом. А кто-то из артистов поет твои песни? А, пока нет. Но надеюсь, что будут. Я недавно написала текст для очень классной артистки. Это пока. То есть тебе, конечно, хочется секретик. До этого? Хочется, чтобы Я всегда, ну, как бы жадничала, с одной стороны, а с другой стороны стеснялась. Потому что мне казалось, что все хорошие песни должны быть мои, ну, те, которые я написала. А сейчас я понимаю, что есть песни, которые я, ну, никогда в жизни не спою, потому что они, ну, не мои по состоянию. Но и есть... даже девчонки говорят, что не твои, да? Ну, да, бывает такое тоже. Вот, но есть такие вот артисты, которым иногда хочется прям сказать: слушай, да, я вот тебе сейчас прям вот вложу в уста. Очень-очень надо, чтобы ты это сказал. То есть ты даже сразу артистку представляешь, да, или артиста? По-разному бывает. Бывает, что да, есть песня, которую я прям знаю, вот если она споет, будет круто. А бывает такое, что вот артистку вижу и думаю: так, а дайте мне что-нибудь, я ей напишу, потому что я прям чувствую, хочу. Это уже продюсер такой чуть-чуть. Ну, я сам себе, поэтому и другим тоже хочется попродюсировать. А англоязычные песни есть в твоем репертуаре? Нет, пока нет. Ну, то есть парочка, но они такие лежат грустные, пока стесняются. Грустные? Ну, в смысле, они не очень грустные, но они грустные, потому что их не поет никто. Но мне кажется, что придет время, просто нужно к ним, ну, подойти, почувствовать их и, в общем, петь. Но пока нет. В твоей жизни что-то остается на какие-то другие аспекты, кроме музыки? Да, я сбегаю иногда. На пару-тройку дней могу закрыть все. Вот так двери закрыть. Ну, это редко получается очень. Но я стараюсь. Ну, сбегаешь куда? В семью, в друзей, в себя. Я могу, например, сбежать в Питер. В Питере вообще мое место силы. Я туда уезжаю, когда мне хочется телефон в руки не брать. Где именно? А вот самое смешное, что на Невском проспекте, например, я могу там ходить, и вообще мне там хорошо. Казалось бы, вроде самое такое место. Вот, за городом. Комарова на побережье. Ну, то есть... Павловск, Пушкин, как вот это. Вот туда почему-то никогда меня не тянуло. Мы там и в детстве я там не бывала особо, и поэтому меня туда и не тянет. Но вот центр Питера для меня прям. Я прям вижу, как Достоевский ходил, вижу, как Пушкин шел. Прям вот мне. Домашние животные какие-то есть ли у тебя? Сейчас вот нету, как? Но вообще, ну, у меня у родителей две собаки огромных, таких маламута, два гигантских добряка. Вот к ним езжу иногда обниматься. Вообще я кошек люблю очень. Какая порода у тебя любимая? У меня была британская полосатая, как в рекламе Вискаса. Вот, это моя подружка была главная любимая. Вот. Но она погибла, поэтому я эту тему
Хорошо. Люблю. Не будем. Но все услышали, да, какие, да. Каких кошек ты обожаешь. Кошек не дарить. Мне пока, ну, в смысле, мне их некуда. Я не успеваю. Мне некогда с кошками. Хорошо. Что касается времени года. А как тебе ближе? Вот сейчас осень, в разгаре. Но впереди-то целый большой период холодов, да, морозов. Да. Один большой вопрос, во что утеплиться. А так я люблю одинаковые зимы. Ты также считаешь, что не бывает плохого времени года, бывает плохая одежда или нечего ждать? Ну, да, наверное, как вот образование себе можно везде найти, так же можно себе и покой везде найти, что бы ни происходило. Если искать, то можно обрести себя. Мы надеемся, что у тебя будет интересным год. Этот, спасибо. Потому что, ну, если в сентябре начинается новый год, новый сезон на каналах, то у артистов, я надеюсь, тоже вот, если он в сентябре начинается, то он будет интересным. Ты сама себе много напланировала? Просто ты такой максималист. Ну, вот эти слова были, ты помнишь? Я так запускаю в последнее время. Ну, просто, может быть, в планах там, знаешь. Если честно, я поняла, что в моей вселенной планы работают плохо. То есть вот у меня лучше всего все происходит спонтанно. Когда я вот в потоке нахожусь, я чувствую так, а сейчас я вот это делаю, а сейчас я вот это делаю. Поэтому я стараюсь сильно много не планировать, чтобы потом не разочаровываться. А вот главное сегодня находить свои счастливые какие-то моменты и вот в них вкладывать. Наши... Ну, тебе пока нравится, что происходит? Вот, постепенно, да. У меня такие американские горки. Я супер эмоциональный человек. У меня бывает, когда я в полном счастье, в эйфории, и тут же через 20 минут я там все плохо, все неправильно, потом опять оп туда. И я уже вот поняла с собой, вот я поняла, что у меня так. Ну, то есть, когда плохо, не надо переживать, все будет нормально. Тебе в такие моменты надо успокоиться. Нужно чье-то слово, чье-то тепло, или ты сама в состоянии вздернуть себя. Да. И так. Хотя, конечно, когда кто-то все-таки скажет, да ты вообще с ума сошла. Ты лучшая. Тогда сразу так, ну ладно, да, пойдем. Лучшая. Да. Пой. Мы хотим песню. Хорошо. Мы хотим чудо. Ну давайте чудо, наконец-то. Словно на двоих вечер или час. Знаешь, если рядом ты, так просто верить, что все будет лучше, чем у всех, лучше, чем всегда. И это чудо. Дело даже не в открытых нарядах, мы просто решили обходиться без рук. И я пытаюсь шифровать во взгляд то, что не решаюсь сказать тебе вслух так открыто. Мы могли бы разбежаться и вместе прыгнуть с обрыва, не думать ни о чем, пока не остыло где-то в груди важное между нами, да. Давай не терять друг друга ночами, пусть бьются вместе, пока не устанет сердце от сердца, без обещаний навсегда. Дел круговорот, будни, суета, но может что-то и произойдет. Я не знаю, когда. Ты моя беда, ты моя печаль, мечта, мечта. И дело даже не в открытых нарядах, мы просто решили обходиться без рук. Я пытаюсь шифровать во взгляды то, что не решаюсь сказать тебе вслух так открыто. Ведь мы могли бы разбежаться и вместе прыгнуть с обрыва, не думать ни о чем, пока не остыло где-то в груди важное между нами, да. Давай не терять друг друга ночами, пусть бьются вместе, пока не устанет сердце от сердца, без обещаний навсегда. Бежаться вместе, прыгнуть с обрыва, не думать ни о чем, пока не остыло где-то в груди важное между нами. Давай не терять друг друга ночами, пусть бьются вместе, пока не устанет сердце от сердца, без обещаний навсегда. Пусть бьются вместе, пока...
пока не устанет сердце от сердца, без обещаний навсегда. Браво! Яркая и самобытная Настасья. Чудо только что, друзья, было в эфире телерадиоканала «Страна FM». Это абсолютно новая песня Настасьи, и она уже звучит в эфире телерадиоканала «Страна FM». Клипа пока еще нет, клип нашего производства, поэтому не судите строго, да. Мы такой лирик видео, что называется, делаем. Там какой-то Таиланд, жуки, я оценила. Но это что, ну, лето, ты, хорошо? Не, да, потому что ты солнечная, невероятно светлая, как все твое творчество. Ну, конечно, у нас такие ассоциации. Мы, конечно, пожелаем тебе, чтобы оригинальный клип на песню «Чудо» тоже появился. Спасибо большое. Ты же работаешь над этим? Да. Так. Я еще хотела сказать, что у Настасьи чудесный смех. Он такой светлый, заражающий. Я думаю, надо записать прям какой-то трек из смеха тихонечко. Вот Александр наигрывает. Чтобы я стеснялась, да. А Настасья так просто смеется. Это записать нужно прям. Это отдельная песня, мне кажется. Скажи, пожалуйста, в ближайшее время можем ли мы в каких-то телевизионных проектах тебя видеть? Как вообще твоя жизнь артистическая будет складываться? Или у тебя... Пока не знаю. Пока не знаю. Да. Следите, поклонники, да, за социальными сетями. Ты напишешь нам сразу, да, в Инстаграме? Конечно, везде. везде. Я всегда все рассказываю. Любишь соцсети, да? Я просто хочу, чтобы знали. Ну, потому что я, если я не расскажу, не узнает никто. Надо рассказывать. Вот. Не то, чтобы я люблю сильно соцсети, угу. Просто это уже неотъемлемая такая часть, которую нужно принимать, нужно с ней уметь. Надо благодарно принимать. Да. Большое спасибо тебе за то, что украсила, за то, что сделала теплым, очень душевным этот осенний вечер. Да, есть буквально 10 секунд, если тебе хочется что-то пожелать всем-всем людям, которые нас смотрят, слушают. А, ну, чудо вам всем. У нас такая зима сейчас будет. Давайте в каждом дне искать что-то для себя чудесное и доброе, и вдохновляющее. Спасибо большое за то, что твои песни нас вдохновляют на хорошие, добрые дела. И пусть тебя вдохновляют, не знаю, твои друзья, коллеги, семья. Настасья, друзья, спасибо. Сегодня огромное. Александр, спасибо, браво, блестящий концерт.